Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Игорь Беленький, доцент кафедры экранного искусства Гуманитарного института кино и телевидения, искусствовед, переводчик, автор книги учебных пособий по истории кино, например, лекции по всеобщей истории кино в шести книгах, термины в истории кино, глоссарии и другие. В 2020 году вышла его новая книга «История кино», «Киносъемки», «Кинопромышленность», «Киноискусство». По мнению Игоря Беленького, в в нашей стране сейчас мало интересуется кино, прежде всего потому, что интересоваться-то нечем. В нашем кинематографе ситуация трагическая, корни этой трагедии в историческом прошлом. Автор начинает свое повествование с пленочной истории кино, с того самого кинематографа, который сейчас считается классическим и который теперь уже безвозвратно ушел в историю. Автор подробно описывает рождение кинематографа, давая попутное определение, что такое кино, когда и как оно изобретало. В том числе и во Франции, Англии, Италии, Дании, Швеции России. Затем задумывается над вопросом, как кинематограф старался стать искусством. Особое внимание уделяя кино СССР 1920-х годов. Описывает, как кинематограф боролся за звук, сокрушается о том, как кинематограф пережил 60-е и 90-е годы 20 -го века. Несколько глав он посвящает таким гениям, как Бергман, Курас. Сава, Филини, Тарковский, Параджан. большим достоинством этого издания является его сжатость, энциклопедичность. А Беленький не навязывает свою точку зрения, но постоянно подчеркивает, что это его взгляд, его мысли. Поэтому он так легко не заметил, например, кинематограф Восточной Европы, Австралии, скандинавских стран и Латинской Америки. И всего семь страниц в конце книги он посвящает Востоку, где смог. Тиснуть и Японию, и Южную Корею, и Индию, и Китай. К сожалению, история кино Беленького затрагивает только Голливуд, Западную Европу и Россию. Поэтому нельзя сказать, что эта книга исчерпывающая, хотя и полезная для интересующихся, но однозначно она отличается свежестью взгляда и авторскими комментариями. А, например, о перестрочном и постперестрочном кинематографе. Любопытно, что Беленький уверен, что советский кинематограф не отражал как нам думалось, реальную жизнь. В этой книге есть рекомендации фильмов по странам и эпохам, на какие стоит обратить внимание. Это советы и комментарии профессионала. И все-таки «но». Хочется больше описательности, больше аргументированности, большего погружения. Надеюсь, что история кино Игоря Беленького возродит наш интерес к кинематографу как виду искусства. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!